Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим картофель в духовке по-гречески. Это очень вкусный оригинальный рецепт картошки по-деревенски в греческом стиле. Для приготовления нам понадобится 1 кг картофеля, желательно выбирать сорт, который подходит для духовки. Картофель моем, очищаем и нарезаем на дольки. Если картофель у вас крупный, разрезаем его на 8 частей, если мелкий, то на 4 части. Желательно, чтобы все ломтики были одинакового размера. Картофель перекладываем в жаропрочную емкость. Духовку ставим разогреваться на 200 градусов и пока подготовим маринад. Маринад в этом рецепте играет главную роль. Для этого натираем цедру 1 лимона. Этот же лимон разрезаем напополам и отжимаем весь сок. Заправка получается очень вкусная и ароматная. В сок лимона добавляем 70 мл оливкового или любого растительного масла, 100 мл воды, 1 чайную ложечку соли, 1 чайную ложечку черного молотого перца, специи, у меня здесь базилик, орегано, и также я добавлю немного розмарина. И все тщательно перемешиваем. Картошку поливаем маринадом, все тщательно перемешиваем с помощью ложки или руками. Нужно перемешать так, чтобы каждый ломтик картофеля покрылся маринадом, и отправляем в ранее разогретую духовку на 30 минут. Пока картошка у нас запекается, подготовим ароматную присыпку. Для этого нарезаем 1 пучок петрушки. Нарезаем как можно мельче. Измельчаем 3-4 зубчика чеснока. Чеснок перекладываем к петрушке и также добавляем подготовленную цедру лимона. И все тщательно перемешиваем. Такая ароматная заправка, присыпка получается очень-очень вкусная и придает картофелю изюминку. Обязательно попробуйте. 30 минут прошло, достаем картофель из духовки и посыпаем этой ароматной присыпкой, ароматными специями, и отправляем в духовку подзолотиться еще на 15 минут. Готовность проверяем кончиком ножа. Получается обалденно вкусно. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием. Если рецепт вам понравился, не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. А я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.